Салам, шахлыр. Сегодня тесты решлирик, и 22 Первый вопрос, Какую букву нельзя писать в сочетании Ж, «ш»? Какую букву нельзя писать в сочетании жи, ши? Безапельрики жи, ши буквой и. Альбет таки без и я запельмари. Жи, чунки и. Иди еще дапельрик, ама и кими язрах. Вставь пропущенные буквы. Бурда, да? Келим пахах. Чай. Бурда, а-харифи. Так, пищать. Сора. Дача. Чайка. И свеча. В каком ряду указаны мягкие, шипящие, согласные? Шахлар. Мягкие, шипящие, согласные. Яни. индия хшылтылы саметлер хансыды. Гелин бахах. Так, че Исправь ошибки. Поспешишь, людей насмешишь. Поспешишь, бурда и олур, людей насмешишь. И язлмур и язылы шахлар. Среди данных предложений найди отметь правила, которые ты выучил. Ты бурда, Qayda var, və hansını sən bilirsənsə, hansı qayda varsa, onu seçməliyik. Ç şə pişiriz bukva A. Bəli. Ç şini A hərfinə yazırıq. Lu ru pişiriz bukva U yoxdur. J şini pişiriz bukva I. Bəli, var. On an pişiriz bukva N yoxdur. 6. Найди слово, в котором допущена ошибка. Gərək baxaq, harda səhv var? Yeji, tu çay yox uşaqlar. A, tu çay. Пища. Правильно. Какие гласные буквы не пишутся после согласных? Ж, Ш, Ч, Щ. Альбеттаки. Ханцы харфляр. И, Ю, Вяя, Язлмр. -э а, Подчеркни слова, в которых допущена ошибка. Бурдада хардаса сяфляр Ландыши. Пища. Правильно. Лыжи. Правильно. Звездочка. Uşaqlar, burda məxgiznaq yoxdur. Və avaşnoyda burdadır. Çünki uşaqlar, bax bunları yaddınızda saxlayın ki, bu hərf ə, deməli iki hərfin arasında heç vaxt ə, deməli yazılmır bu məxgiznaq. Ç, k, ç, n, sonra ç, t, n, ç, ondan sonra. Tak. Rşç Я земор. Что не так? Что не вяноще? Ах, арасанда мягкий знак я В каком слове пропущено сочетание чека Гелибагах. почемучки чки? Бурда язлар. Точны. Бурда чины. Помощник. Что угу. помощник? Deməli, çka harda yazıldı? Bak kimi uçki. Stav bukvə u və ya yu. Çudak, çumazı, şuka, gruşu. Bak bu şəkildə yazılır, uşaqlar. U yazılır, amma yu kimi eşidə bilərsiniz. Birə uşaqlar, sağ olun. Görüşərik.